Священный огонь должен был гореть в любом городе. Считалось, что это как бы неотъемлемая часть, что он приносит удачу, благополучие и так далее. И висталки их брали молодыми девочками. И, в общем-то, они 30 лет должны были находиться в этом трамвае. И вот трамвай, видите, вот он такой круглый. Вот он. И тут эта колонна, вот этот вот. В нем был огонь. Здесь же жили висталки. У них был большой двор. Их было всего 6. Такой огромный дом. Где дом висталок? Вот. Где Аночка? Вот, вот он. Вот этот дом висталок. Вот, видите, вот этот дворик, где вода. А этот дом квадратный такой. Мы помним, что, конечно, в античности дома не как у нас были. Дома всегда были в основном, если какой-то богатый, если кто-то организован, внутренний дворик. Называли такие комплексы атриумы. Внутренний дворик. Как помните, мы везде там внутренний, да, так же у них. Да? Дом висталок выглядел, сейчас вам покажу, каким образом. Очень было все красиво. Сейчас главное найти. И, в общем-то, только висталки жили на форуме, да? Ну, форум, что интересно, что имя по своей посольстве сохранило по сей день свое понятие, да? Что у нас в интернете форум, место, где общаться. Экономический форум, да, место, где общаться. То есть мы сейчас знаем форум в том понимании, как это было, в общем-то, в античности, да? Не как рынок, а уже второе его значение. Форум как место встреч, место общения, центр политической жизни. Слушай, ты можешь, у нас раньше были тоже, иногда возникали эти значки. Ушел. Мы просто забыли значение. А я книжку. Почему-то нельзя снимать. Наверное, у тебя была включена камера или другая симка, или еще что-то. А может быть, ушел. Ну, как? Ушел, ушел. Такие театральные какие-то представления на музыке. Да? То есть это вот все, что мы ходим, вот это все было сделано уже. Приятнейшее место в Риме. Да. Какой холм это? Палатинский холм. Палатинский. Да и даже в России нет такой старины. Дорога тоже старинная, как я понимаю. Мы видим арки. Дело в том, что внизу там сейчас музей, наверху мэрия. Мы видим здание старца. Фасады очень красивые, здание Микеланджело. Храм Сатурна. Да? Сохранился табуларием очень хорошо, и сейчас вот его поддерживают как бы двух частей. Получается, внизу
здание у нас с вами, где выставлены эти табулы. Можно походить по античным помещениям. Наверху же уже здание мэрии, туда, конечно, туристов не пускают. Давайте. Мы идем в сторону Колизея.